Привет, друзья! Вы на канале «Прошу к столу». Сегодня мы с вами будем готовить ароматное грузинское блюдо чахахбили. Вариаций на эту тему очень много, каждая грузинская семья готовит его по-своему. Я хочу с вами поделиться рецептом своей подружки. Она из Грузии, так готовила ее бабушка, мама, и вот рецепт тоже достался мне. Но прежде чем мы с вами начнем готовить, хочу вам рассказать, что мы решили провести розыгрыш на нашем канале. Канал у нас молодой, нам 1,5 года, почти уже 4000 подписчиков. И вот среди всех своих подписчиков решили сделать этот розыгрыш. Напишите, пожалуйста, в комментариях, с какой вы страны и из какого вы города. Розыгрыш будет проводиться только среди подписчиков, поэтому если вы еще не подписались на наш канал, то обязательно подписывайтесь. Все комментарии будут учитываться до 19 числа. Ну а теперь чахахбили. Чахахбили – это национальное грузинское блюдо и первоначально готовилось из фазана, но в настоящее время его готовят из любого мяса птицы, которое тушат в томатном соусе с добавлением специй и чеснока. Курицу надо разделить на небольшие кусочки, лишний жир срезаю, кожицу можно тоже срезать, если хотите, а филе разрезаю на 3-4 части, ну а саму грудную кость оставлю для бульона. Теперь все кусочки надо обжарить с двух сторон до золотистого цвета, а при обжаривании добавляю соль и черный молотый перец. Пока курочка обжаривалась, я порезала лук. В чахахбили идет достаточно много лука, на одну куру 500-600 грамм. Лук надо обжарить и добавить немного воды, чтобы лук пропарился. Теперь в томатный соус добавляю сахар, соль, хмели-сунели, кориандр и острую аджику. И все хорошо перемешиваю. Конечно же, по традиции используются домашние помидоры. Но так как сейчас не сезон, у меня томатный соус. А вместо аджики можно добавить острый перец. На обжаренный лук выкладываю кусочки курицы и заливаю томатным соусом. Закрываю крышкой и оставлю тушить на среднем огне 25-30 минут. Прошло полчаса, и теперь добавляю мелко порезанный чеснок, петрушку и свежий базилик, или можно заменить на кинзу. Аромат невероятный, как же жалко, что вы не можете его почувствовать через камеру. Закрываю крышкой и выключаю плиту, дам блюду настояться минут 10. Прошли эти тяжелые 10 минут ожидания, аромат просто сумасшедший. Я теперь все хорошо перемешиваю и скорее пробовать. Будем рады вашей подписке и комментариям. Не пропускайте новые видео. Ну что, друзья, чахахбили готово. Очень хочется попробовать, потому что аромат стоит бесподобный. Думаю, что у меня сегодня все получилось очень вкусно. Горячее. Но сказать вкусно, это ничего не сказать. Это божественно. Очень вкусно. Остренькое, ароматное, нежная, мягкая курица. Рекомендую вам всем приготовить по этому рецепту, потому что это действительно очень и очень вкусно. Друзья, напоминаю вам еще про наш розыгрыш. Если хотите получить новогодний розыгрыш от нашего канала, участвуйте активнее, не пропускайте нашего видео. Спасибо, что были с нами. Прошу к столу и приятного вам аппетита!